Печальное известие. На 56-м году ушел из жизни наш коллега Олег Мустаев. На областном телевидении он вел программу на чувашском языке «Едке». Активно занимался национальной культурой своего народа. Являлся организатором многих этнокультурных мероприятий. Олег Мустаев был председателем Ульяновской областной чувашской национально-культурной автономии и вице-президентом Чувашского национального конгресса. Для всех, кто его знал, он был добрым, отзывчивым другом. ВТРК «Волга» выражает соболезнования родным и близким Олега Мустаева.